Этот уголок Преображенского парка в Абакане пользуется особенной популярностью у влюбленных пар, молодоженов и семей со стажем не случайно. Место особенное. Здесь царит атмосфера семейного благополучия, любви и верности. Образцом этого служат святые Петр и Феврония Муромские. Заложенные легендой, которая датируется 13 веком, основы брака являются главенствующими для многих современных российских семей. Наталья и Сергей Фроленко – не исключение. Супруги воспитывают двух сыновей. Стараются быть для Кости и Саши образцом крепкой и дружной семьи. Уважают, когда тогда будет семья крепкая. Где уважение, там все это будет. И любовь, и доверие, все будет тогда. Испокон веков идет уважение. Между детьми, между супругами, и чтобы дети и родители уважали. Эти семейные принципы, а также правила этикета Наталья прививает сыновьям с детства. Супруг Сергей воспитывает в мальчишках настоящие мужские качества – твердость характера, храбрость и силу. Костя и Саша занимаются спортом, старший брат увлекается конструированием, а в свободное время помогает маме, выполняет несложную домашнюю работу. Застилать постель, убирать за собой. Входит в свои обязанности следить за маленьким братиком. Мне не очень-то и удается за ним успевать. Он сильно шустрый. Стараются не подводить родителей в вопросах воспитания и братья Артем и Данил Васильевы. Папа с мамой учат нас не драться и не обзываться. Ты соблюдаешь эти правила? Да. Брат с матч, он немного не слушается, да, Данька? Да. Но сегодня маленькая шалость, к примеру, игры на песке босыми или покорение лестничных высот на игровых площадках, позволительно. Мальчишки на прогулке с любимым дедушкой. Сергей Сидорович старается уделять внукам, их у него пятеро, все свободное время. Говорит, супруга и троих детей вырастили достойными людьми, такими же будут и внуки. Как говорится, как в своей семье, как живем, как все это происходит, они видят, так она и будет в дальнейшем в их семьях. Также будут заботиться друг о друге. Как мы заботимся о них, доброте учим, в первую очередь, чтобы были добрые, ласковые. А еще умеющими поддержать друг друга в любой ситуации. Этому принципу, который тоже является основой настоящей семьи, Бекетовы следуют всегда. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.